глазами место. Привет всем. Хороший настрой со мной. Раз, раз. Привет из Крыма. Мы семья блогеров из Ялты. Вот. Несколько здесь людей собрались, которые нас знают уже. Вот. Для тех, кто не знает, мы ведем свой YouTube-блог уже 3,5 года. Вот. Последние 2 года у нас идет развитие. Мы в свой YouTube-блог не вкладывали почти ни копейки. Единственное, во что мы вкладывались, это уже потом в оборудование, чтобы расти дальше. Да, в рекламу мы там для раскрутки ничего никому не платили, пытались сами как-то развиваться. Это наш маленький птенчик, он тоже член нашей команды. Да, мы семья, мы путешествуем по Крыму, ну и не только, иногда выезжаем за его как бы рамки немножко, выходим, но тем не менее основные ролики у нас про Крым, про жизнь в Крыму, про работу в Крыму, про времяпрепровождение, в общем, все, что связано с Крымом, у нас на канале. Да, Крым глазами местного. Так, про что вам рассказать, про что вам интересно? Вообще, поднимите, пожалуйста, руки, кто нас вот видел, знает. Видела. Хоть один ролик наш видел. А вот дальше за столом сидит. Ага, все видим. От блогера привет. Так, ну, видно, что кто-то нас знает, очень приятно. Да, приятно, что мы тут встречаемся. Вот сюда. Раз. Угу. Нас будет еще дальше слышно. В штормовом нас слышно. Я настала, да, как на линейке в школе. Так, немножко волнуемся, про что рассказать, значит. Для тех, кто хочет стать блогером, там полезные советы будут, как не нужно делать, к примеру. Да? Вот. Но, самое главное, чтобы начать YouTube-блог, надо выбрать себе какую-то тему. Потому что снимать про все, это может быть будет очень долго канал развиваться, надо выбрать свою тему. Как ее выбрать? Может быть надо выбрать такое, чтобы иметь... Сейчас, пауза. Секундочку. Елю как всегда перебили. Все. Спасибо. В общем, для того, чтобы открыть свой блог, нужно выбрать тему, да? Тема может быть любая, но та, в которой вы ориентируетесь лучше всего. Если вы отлично рисуете, почему бы не сделать блог про рисование, про какие-то определенные техники рисования? Если вы любите, не знаю, нырять с аквалангом, да, то это больше ваша тема, да, вот всякие нюансы вы можете показывать, про море, морские всякие дела. Единственное, что нужно, конечно, иметь терпение для того, чтобы как-то вот немножечко раскрутить канал, да, и стать, ну, известным. Мы все хотим стать. Мы хотим стать известными, или не хотим. Но мы хотим, чтобы наш канал все-таки занимал какую-то свою нишу, свой уровень имел какой-то хороший. Поэтому мы все хотим развития. Для этого нужно много работать. Как ни странно, говорят, что это, ну, это хобби, да, но иногда хобби перерастает совсем не в хобби, а уже в стиль жизни, и ты уже не можешь без камеры выходить куда-то. Но это в плане вот нашего канала, да, то есть мы всегда гуляем, как говорил сам себе режиссер, да, всегда с собой беру видеокамеру, вдруг что-то выберется интересное. Да, блогерство очень трудоемкая работа, то есть ты сам что-то придумаешь, что тебя снять, тебе надо это заснять, тебе надо смонтировать, тебе надо это выгрузить в YouTube, тебе надо оптимизировать видео, чтобы оно было видно не только твоим подписчикам, чтобы как бы тиражировалось, да, по платформе. Вот, кто по поиску, чтобы тебя по поиску находило. То есть очень-очень много нюансов, которые нужно изучать. И... Ну, вот как-то так. Методом пробы ошибок, да. Смотреть, что работает, что нет. Вот мой совет. Первым делом, если вы решили стать видеоблогером,
Первым делом нужно не пожалеть денег, а купить хорошую камеру с нормальной стабилизацией, с нормальным качеством съемки. Чтобы это не было вот как у нас, да, как у нас произошло, мы начали снимать на телефоны. Еще телефоны Asus были там, ну просто ужасные съемки. И нам это так нравилось, нам просто нравилось снимать. Я начал познавать... монтировать, да, программу. Все нюансы монтажа, там выбрал себе программу, давай монтировать, все под музыку начали делать. Без какой-либо информации, просто вот ребенок бегает, мы снимаем по красивым достопримечательностям. Самое главное, что мы начали больше время проводить друг с другом, мы семейно начали куда-то выезжать. Мы начали смотреть, что вообще есть за гранью Ялты, да, мы живем в Ялте, мы там мало куда выезжали. А теперь вот мы должны везде побывать, нам самим интересно. По-моему, это прекрасно. Вот мы снимали, очень-очень большая благодарность людям, которые смотрели нас практически с первых дней нашего блога. Это наш именно костяк, который вот и дал развитие канала, благодаря которому YouTube начал предлагать видео, ну, другим людям, так сказать. Да, выходить рекомендации рядом. То есть первая 1000, это всегда очень сложно, вот, но она есть, это самый вот костяк, большое спасибо. Вот, а дальше больше, дальше... Главное снимать интересно, чтобы это была действительно интересная тема. Просто, например, красивые виды снимать, это, ну, это красиво, но это интересно малому количеству людей, малочисленной публике достаточно. Нужна информация, то есть постепенно мы начали понимать, что нужно что-то говорить. Сначала было говорить страшно, потому что непонятно, как говорить, что говорить. Когда камера на тебя смотрит, то отключается мозг. Просто ты вроде что-то хотел сказать, вроде и говорил неплохо, а все, камеру видишь, и совсем другой человек. Вот. Мы начали подходить творчески к своим блогам. Вот, и Юля начала изучать каждое место, куда мы ездили. То есть у нас, в принципе, фишка, там мы вот с семьей ездим везде. Вот. Вторая фишка, это Юля рассказывает исторические факты какие-то про каждое место. Но рассказывает она не просто зачитывая слова, она перед этим готовится, а потом просто своими словами это все выливается. Да, я в детстве книги не читал, вот, а она вот у меня начитанная, молодец. Я уже начинаю забывать. Я как бы раб, да, я там вот всю эту вот работу черную делаю. Так, ну, вот, в принципе, нужно всегда работать над собой, развиваться. А планы какие? План? Ну, всегда у нас в планах куда-то поехать что-то снять. Мы только вернулись вот недавно из Абхазии, будет несколько роликов. Тоже интересно было посмотреть, потому что, ну, многие говорят, да что там ваш Крым, вот Кавказ, там дальше, Абхазия, поедьте посмотрите. Мы поехали посмотреть. Красиво, да, но везде своя красота. Ну, Крым роднее, поэтому все-таки он лучше. Я не побоюсь этого слова. Он очень разнообразный, этот Крым. Поэтому Абхазское побережье, да, красиво, там немножко другое море, хотя тоже черное. Но тем не менее, у нас Крым – это 2500 километров побережья. То есть там каждый для себя может найти свое любимое место. И такой песок, а с другой стороны совсем другой песок. И мелкая галька, и крупная, и скалы, и низы, и степи. Поэтому по Крыму еще ездить и много чего показывать, я думаю, надо, да? Да, вроде уже очень-очень много всего сняли и еще очень-очень много всего снимать. Но он спрашивает, что вы будете делать, когда вы отснимете весь Крым? Ну об да. Об этом мы еще не думаем. Вот снять невозможно. Много, да? Да. Ну, вообще, планы, конечно, мы хотим и по России поездить, по всей. То есть очень много людей, которые... с глубинок России, там, с того же Алтайского края, да, там, Байкал, везде нас зовут, приезжайте, посмотрите, какая у нас природа, у нас да. моря нет, у нас есть реки, горы, озера. На Колыму не зовут, не? Куда? На Колыму. На Колыму? Да. Мы только звали, только так не звали. Как в фильме в том, приезжайте к нам на Колыму, да? Лучше уж вы к нам, да? Все зависит от возможностей. Чем больше канал, тем появляется больше рекламодателей, которые сами тебя находят. Лучшие рекламодатели, которые тебя сам находят, к которому ты стучишься. Вот это самое благодарное. Ну, естественно, за все браться рекламировать не стоит. Ну, мы уже перепрыгнули на другую тему в плане заработка. Ну да. Вот. Тоже интересно. Тоже интересный вопрос. Какова ваша платформа? Как вы двигаетесь, передвигаетесь? Во-первых, еще вот сказать в плане того, вот открываешь канал на Ютубе, думаю, ну, многие говорят, о, сколько ты там уже заработал, там год каналов, сколько ты уже заработал.
Да, в принципе, это нисколько, потому что, во-первых, ты купил новую камеру, ты там купил компьютер более мощный, ты там на бензин постоянно тратишь. Если ты вот еще мелкий канал, да, там, ты везде платишь за все. То есть, если ты уже чуть вырос, там могут куда-то пригласить уже бесплатно, там, да, уже как-то. Поначалу очень сложно. Это получается, у вас есть официальная работа, помимо того, что вы путешествуете? Да, официальная работа у меня есть, но и то я уже как бы, можно сказать, на дому работаю. Я... В интернете пока, тоже, да? Пока еще... Сложно совмещать и то, и времени то. Так я же думаю, когда же путешествовать-то? Видимо, наступает тот момент, когда уже вот... Когда это хобби перерастает уже как в работу, можно сказать. Правильно. Что, ну, работа, основной, которая приносит удовольствие. То есть это уже большой плюс. Вот многие стремятся работать там, где хорошо, там, где тебе нравится. Потому что многие ходят на работу, которую терпеть не могут, и так продолжается всю жизнь, это будет депрессию. Это тоже. А это плохо для здоровья. Работа должна приносить удовольствие. Да, надо заниматься тем, что нравится. Да, помимо хобби, я считаю, что мы все равно вносим большой вклад в развитие Крыма. Да. Мы информируем людей, где отдыхать, что сколько стоит, как мы развиваемся, так как есть, что строится, что плохо, минусы, плюсы. Все показано. Поповки? Ну тут нам сложно сказать, что поповки. Мы сами из Ялты, мы в Ялте куча мест покажу. Вот. В Поповке, я думаю, что вот центральная площадь, или вот с трассы, вот там, когда вот заезжать, прямо где магазины, да, столовая, там, вот пришли, и центр, ой, центр, да, получается. Где больше проходимости? В Мирном, да? Ну, мы тоже будем знать, спасибо. Мы здесь даже в Мирном затарились. Ну, что-то Мирно все-таки ближе. Тут раз уже. На прошлом году столовая понравилась очень в Поповке, нормально кормили. Это большая разбежность. 200-400 это уже называется спекуляция. Да. Это наглость. Капитализм, поэтому... В плане заработка, что я хотел сказать? Только сейчас, когда мы уже достигаем отметку 50 тысяч подписчиков, только сейчас начинает канал выходить немножечко в плюс. Вот, заработок какой-то. До этого это всегда было... Как даже если взять, сложить аппаратуру... Мы в минусе. В общем, всегда были в минусе. Плюс в том, что мы всегда проводим интересное время вместе. Конечно. И пытаемся информировать людей. Но вы уже в роли как настоящие репортеры, как вот прям задаете вопросы так качественно. Мне так не понравилось. Да, все полностью вот. А это вот как раз приходится со временем. Это уже опыт наработан. Да? Раскрылся, я считаю, за эти несколько лет он просто вот. Ты сейчас камеру включаешь сейчас, и ты не обращаешь внимания, что она снимает. Ты просто вот пытайся быть самим собой, но не пытайся, а ты вот какой есть. Вот, это больше всего нравится. Вот, переступили людям уже смотреть, этот барьер, да. Да. А я же говорю, я сначала вообще подумала, кто-то вот профессионал какой-то задает вопросы, ходит за ним, он объясняет, рассказывает, все хорошо, так это. Но приглядываюсь, думаю, я этих людей видела. В прошлом году приезжала, я вас видела здесь. Мне было очень приятно, что это наши люди. Серьезно. Ну, в прошлом году, когда мы, это в августе, да, по-моему, мы тут были. Тогда у нас было 21 тысяча или 17, ну, в общем, 20 тысяч тогда было. Около 20. Да, год подросли. Еще год даже не прошел. Значит, это профессионализм же, уже... Это о. Потом слышно, что мы не вкладываем ни копейки, ни в рекламу, нигде не рекламируемся абсолютно. Бывают там какие-то коллаборации с блогерами, не то по дружбе так встречаемся. То же самое, вот, к примеру, Алена Бордовская, вот мы дружимся. Нам, кстати, очень понравилось, мы выбрались в Сочи, объехали зимой курорты Краснодарского края. И как? И людям очень понравилось наше сравнение. Вот, допустим, как вот... Мы, живя в Крыму, не то, что всю жизнь... сравнение, а наши вот эмоции, ну, первого приезда туда. Наши, да, вот именно глаза, что там происходило, как, о, вот такое, да, есть, ну, а тут так же, как у нас. Ну, все равно, невольно ты сравниваешься. Ну, понятно. Да, вот, что-то хочется сказать сразу, вот, чем удобно, вот Sony камера, да, там сразу кнопочку нажал, она тебе сразу моментально снимает, не теряешь мысли. Если что-то хочешь сказать, обязательно записать, или сделать...
что-то где-то хочешь описать, уже автоматически включается камера. Это, короче, и потом выбираешь, что в ролик вставлять, и становится интересно, вот реальные эмоции. Ну вот это самый, наверное, лучший совет снимать все про себя. Все подряд, потом садиться и выбирать, да? Ну, да. Выборку делать. Потому что раньше Славик монтирует, он всегда долго монтировал и много вырезал. А теперь уже, когда разговорился, тогда уже вроде вырезать как бы больно, уже как потому что уже интересно. Все интересно. Лена, а ты будешь свой блог вести сама? Нет, ты не будешь блогером. И почему? Ну, хочет, но пока стесняется. Ничего, это скоро к тебе проснется. Яну в школе смотрят тоже одноклассники. Яна, я на тебя каждый день подписываюсь. Интересно, да? Пытались детский канал сделать, но с детским каналом не хватает времени. Как-то не пошло. Времени не хватает, да. То есть отдаемся полностью, целиком и полностью вот одному каналу. Да давайте вопросы. А что интересно узнать? Куда поехать в Крым? Да, для посещения. Все. Да, Крым настолько большой. Вот если брать маленький период, даже вот взять неделю, объехать все красивые места, которые вот я бы хотела, не удастся. Но одно из первых, это вот мы любим Новый Свет. Обязательно. Вот может Судак. Даже с постановкой. Да, в Судаке, например, снять там жилье, потому что там его намного больше вариантов можно взять. Наверное, чуть дешевле, чем в том же Новом Свете. И пройти там по всем тропам. Да. Новоотрадная? Нет. Еще все впереди. Это вот у нас в планах в ближайших. Мы поедем, да, в сторону Щелкина. Мы там... Та сторона, да, нам далековато немножко, поэтому вот мы все собираемся с мыслями и хотим ту сторону все-таки. Ну, у нас в планах в этом сезоне. Мы отсняли вот юго-восточный Крым, это Судак. Вот, по поводу Судака, это вот Новый Свет, мыс Капчик, мыс Алчак. Что там еще? Меганом преодолели на своем джипе, автовазе, шниве. Да. Потом мы вот недавно вернулись с западного Крыма. В западном Крыму много что поснимали. И продолжим еще снимать. То есть и сейчас мы находимся в западном Крыму. Вот. Оленевка, Черноморская, Межводные. Вот все уже повыпускали. А пещеры, вот смотрите, вот пещеры люди не смотрят почему-то. Вот не нравятся пещеры. Я смотрю, наоборот, у меня там все время такие дороги. Я была, да, в Раморном, потому что самое ближайшее, что находилось от Симферополя, вот научно мы же там заехали, посмотрели, на обсерваторию очень классно. Да, вот интересно тоже место обсерватории, да. Супермен или что было, там вообще такие маршруты. Вот пещерные города, это интересно. Да, там очень много. Фотографии просто интересные. Чухоткале очень интересно, там получается как бы древний город Караимов, да, есть домики какие-то старые. Ну, в общем, там очень интересно и надо. Тут пещерные города, да, Новый Свет, да. А и Петри тоже, да. Ну вот я не люблю такие какие-то заезженные, такие вот как «Ласточки на гнездо». Вот я не люблю такое советовать. Почему? Там смотреть нечего особо. Потому что, ну что там, ну опять-таки, Ливадийский дворец. Ну это все такое, на всех открытках, на всех... Надо искать другие достопримечательности. Люди каждый год приезжают и каждый год ходят в Ливадийский дворец. Я вот знаю таких. Да. Вообще я вот людям советую, кто не был в Крыму ни разу, посетите вот Севастополь. Вот в Севастополе квартиру снимите и все, и вокруг погнало там. Фиолент. А? Это ж на сколько недель? Ну, Бахчисарай, вот, кто хочет именно пещерные города, Курильск из Севастополя, можно и пещерные города посещать, и Фиолент, чудесные эти скалы Фиолента, и Балаклава, там, и за западную сторону, восточную, очень всего много восточных. И 35-я батарея, история. Вокруг Севастополя очень много мест. А городок этот как называется?